Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1535 гектаров территории, 478 километров дорог, 1512 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов. Обнаружено и обезврежено 24962 взрывоопасных предмета, сообщает Минобороны России. Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение 5 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном направлении, а также по маршруту Шуша, Красный базар, Каджар и обратно. Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.